инициативе Росгосцирка в филиалах по всей стране проходят открытые репетиции. Леопарды, крокодилы, грациозные лошади, медведи-канатоходцы, гимнасты, фокусники и, конечно же, клоуны. Артисты цирковой программы «Тайна пирата» на открытой репетиции в Нижнетагильском цирке устроили настоящее представление. С большим удовольствием артисты сегодня вот полноценно 2 часа отработали, потому что у нас представление полное идет 2 часа, а мы сегодня вот работали для таких гостей полное самое представление. В зрительном зале дети из неполных и малообеспеченных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров Дзержинского и Тагилстроевского районов, подопечные центра социальной помощи семье и детям, а также ученики с ограничениями по здоровью из 105-й школы. Мы с удовольствием для любого зрителя работаем. Раз вот действительно такие дети к нам пришли, действительно они, у них не так уж много денег, чтобы они могли ходить за деньги на представление. Вот мы для таких и работаем с удовольствием. Артисты рассказали детям о тонкостях своей работы, дети задавали вопросы и делились своими предпочтениями. Вы знаете, что мы очень часто в цирках приглашаем детей на репетицию, посмотреть, как это все делается. Дети, которые были, они с таким восторгом все это воспринимали. Им так нравились эти и смешные и там корючки, которые мы исполняли в репетиции. И в цирке вот такое бывает, да, Сенечка? Сейчас еще разочек, подождите. И залоги, макалай, макалай, макалай. Макалай! Сейчас. И залоги, макалай, макалай, макалай. Опа! Опять не получилось. Это вы виноваты, честное слово. Цирковая программа «Тайна пирата» помимо экзотических животных включает уникальные трюки, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса. Гастроли программы близятся к своему завершению.